Консоль банит Миха... Чё, блин? Меня хата горит! Звоню пожарную. Вот. Алло. Здравствуйте. У меня горит хата. Можете, пожалуйста, помочь? Адрес? Саня Левков, потом Фрунзе 36. У меня горит соседняя комната. Я понял. Ожидайте. Стойте один момент. Ждите, вызываю. Стой. Съезжай, слышь, блин. Ты, чмо. Слышь, ты, чмо. Сам ты чмо. Сейчас. Рот закрыл, пасть свою закрыл. Пасть закрыл. Сейчас закрою, сейчас на ряд приедет. Да. Говорите его вслух, чтобы никто не слышал. Да, давай. Чмо, бухой, пока. Дорогие друзья, перед началом ролика хочу сделать небольшое объявление. А именно, я хочу рассказать о донате, который мы новый сделали донат. Здесь все, что написано здесь, на экране вашем, все то вы можете делать. Вы можете банить, вы можете кикать, вы можете кильнуть, вы можете сетнуть, вы можете поменять себе префикс, вы можете выключить себе префикс, вы можете сделать все. Заходите, IP в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Седжо, и знаете, я начинаю снимать, продолжать. Почему начинаю снимать? Потому что игрок начинает надо мной издеваться. Издеваться, потому что он владелец сервера, он только сейчас меня кикнул, и он уже телепортировал меня к себе, вот его дом. И вот, кстати, сейчас он опять будет надо мной издеваться, он сразу достал камеру. Вот это я, кстати, это я стою, я не... сейчас буду невидимый, подождите. Вот, опять же, это я, пожалуйста, сейчас мы сделаем себя невидимыми, типа... Вот, все, мы делаем невидимый. Префикс увидели, да? Главарь сервера, это новые возможности наших привилегий. Да, я буду здесь следить, как бы, вот тут, от этого ника. Но реально буду играть вот я. Вот я буду играть. Почему не вижу свой ник сейчас? Потому что я в невидимке, а у меня привилегия VIP у самого. То есть, самая низкая привилегия. Я, естественно, VIP как VIP не могу видеть. Вот, кстати, давайте еще прибавим звучка. А то совсем грустно. Ой, вот, опа, меня он к себе телепортировал. Смотрите, механик. Механик, опа, бьет меня, видите? Вот, владелец меня бьет, пожалуйста. Мы опять к этому возвращаемся, когда нас начинают бить. Так, если что, я там, вот. Кстати, владелец сервера. Ну да, ну что, пиши давай, что. Он меня убил. Он меня убил, идиотина. Ну вы не переживайте, я там, знаете, поставил хоум. Подождите. Я там ставил хоум. Kicked from the server. Он вообще меня с сервера кикнул? Опа! Он что, совсем идиот? Кто меня... Он зачем меня с сервера кикнул? Вот, дорогие друзья, я уже зашел. Он опять меня к себе телепортировал. Давайте ему напишем, зачем кикаешь. Что тебе надо? Что тебе надо? Давайте ему прям напишем. А, писать можно сюда. Что тебе надо? Вот. О, Skype дал, я твой король и лицензии ключ Майнкрафта, мой скуп игр 228. Skype, подождите, давайте на светлый фон. Skype дал, я твой король и лицензию ключ Майнкрафта. Господи, сколько... Да хорош, он меня вообще издевается надо мной, смотри, что делает. Стой! Подождите, аж кашляю. Пошли. Игорь 228. Секунду, надо сейчас звонить Игорь 228, подождите. Так, звоним. Алло. Здравствуй. Алло. Ты чё, боже, что ли, или чё? А ты меня чё издеваешься надо мной, владелец? Да хорош. Меня. Да ты чё делаешь? Хватит, ты меня за... Ты стой, ты ключ лицензию Майнкрафт хочешь, нет? Да. Ну не убивай тогда не дам ее тебе, ты сейчас убьешь, дебил. Ты чё? Ты идиот, что ли? Ты чё делаешь? Ты идиот. Что ты делаешь? Я... А ты чё делаешь? А? Кто это такой? Это я. Тебя убивают. Тебя убивают. Чё? О, и меня убивают. О, тут... Ха-ха, видишь, мои дружки приехали. Смотри, что тут творится. Ух ты, они пришли. Смотри, твои дружки и тебя убили. Тут издевательство. Ха-ха, и чё? Смотри, короче. Смотри, сейчас кого угодно ты пахни сюда, и ничего мне не будет. Ты привилегию купил? Что ты с ней сделал? Зачем ты ее купил? Я хотел тебя... Убить. Ты привилегию зачем это купил? Я купил для того, чтобы издеваться над игроками. Куда ты делся? Ты исчез. Я пута. Слышь, иди сюда. Я здесь. Смотри, что у меня есть. Апупеет. Хочешь такой себе? Нет. Я тебя спрашиваю, хочешь? Да не хочу я такой. Смотри, как надо. Кик. Гебана как-то. Ты уже кикал меня, хватит меня кикать. Ага. Да хорош ты, придурок, что ли. Ты уже кикал меня. Подожди. Ну.
Что, ну? Ты что ты делаешь-то? Что тебе от меня надо? Ну, что ты делаешь? Хочешь даже сейчас кильну тебя? Да не надо меня килять, хорош! Смотри! Опа! Хорош! Нет! Хорош, владелец глупый сервер! Лучше бан прилетел! Не надо бан! Вообще бан! Подчиняй меня, подчиняйся! Я подчиняюсь тебе, бан не надо! Смотри! Я никакой! То есть это префикс! Владелец у тебя Твой бог? Да! Ты префикс изменил себе? Да! Нет! Что тут происходит? Ничего не происходит. У тебя твой бог. А как ты префикс? А, это привилегии так можно изменить нет, префикс? Нет, нет, это все. А, смотри. Это в привилегии можно. Это опа, можно. Опа, привилегии. Опа, опа. Посмотри в окно. Ну и что? Смотри, в окно смотри. Да не хочу. Ну, какое конкретно окно смотри, здесь? В окно. Здесь много, смотри здесь назад, много окон. Смотри назад. Назад я вот. Тупой. Да вот, ну, о, много окон. Какое окно-то конкретно смотреть? Вот, сюда смотри, да. Смотри. Куда смотри? Да вот кто смотри? Ну я смотрю. Смотри. Вот так. Зачем вот. Ты. Ну что ты делаешь? Ну, зачем ты делаешь? А чё мне будет от тебя? Ничего. Смотри. Мне не... Что? Что ты делал? Ты... Вот так вот тебе. Зачем ты меня забанил-то? А чё? Ну раз баню. Ты чё меня забанил? Заходи, я просто прикалываюсь над тобой. Прикалываешься надо мной? Да, прикалываюсь. Я сейчас не смогу зайти, потому что ты меня забанил. Нет, заходи, я тебя разбаню. А, да, подожди. Все, я зашел. Ну что ты делаешь? Ты на меня бегом! Что ты делаешь-то вообще? Ты меня уже и кикал, и банил. Че, топорик достал? Стой на месте, я сейчас это, ну тут кое-что сделаю. Что сделаешь? Нихера себе! Ты как? Ты сепнул! Да хватит! Ну что ж ты делаешь? ТП ко мне давай. О, ты вернул. А чё, как ты это делаешь? Ты топориком это... А, это в привилегии, да, все можно? Да. Полноценная команда сет, создать платформу. Банить можно, вот кикать смотрю. И чё, ты так и будешь надо мной сделать? Чё, какая цель? Да, буду. Какая твоя цель? Зачем ты меня добавил? Я сейчас уйду из игры и не буду в нее больше. Слушай, помнишь, как вода пишется? А то я немножко забыл. По-английски, вода? Не помнишь? Ну давай, могу тебе помочь. Она пишется water. А, во, все. Спасибо. Зачем тебе? Стой на месте. Я стою на месте. Сейчас, подожди. Я сейчас отойду, подожди. Сюда, иди. Стой, не, иди сюда. Какая это к черту вода? Ты сепнул, придурок. Эй. Да хватит. Да слушай, ты не прав. Ты вообще не прав. Почему? Потому что ты издеваешься надо мной, так нельзя. А чем не будет от тебя? Я тебе могу хоть током сейчас шибануть. Да? Эй, это ты что сейчас сделал? Стой. Вот так вот. Да хорош, да все, слушай, я жаловаться начинаю на тебя. Давай. Ты уже бесполезный. Да. Да все, хорош. Что тебе надо? Что тебе надо? Вот так вот. Да все, хватит, все, ты надоел мне, если честно. Да. Все, да. Я зову главного админа, и тебе конец. Ага. Ну, зашел. Ай, блин, я тебя... Все, я уже... Все, тебе конец. Я тут позвал главного админа, погоди. Давай. Все, я тут позвал главного админа, он уже здесь. Где он здесь? Что ты брешешь? Он уже около твоего дома, понимаешь? Он уже зашел в твой дом. Ты кто? Чувак! Да, я не знаю, я сам на спавне. А, ну все, тогда пусть валит отсюда. Пусть валит отсюда? Да, сваль. Смотри. О, этот разработчик, он будет сейчас мучить тебя, он будет сейчас... Слышь, давай, слышишь, ты не попил мой дом трогать? Я твой дом вообще не трогаю, это Седжо. Какой сейчас, Седжо? Не знаю, он главный на сервере, понимаешь? И какой Седжо, нафиг, алло, он сейчас чувак! Он сейчас будет писать самому главному, тебя сейчас будет консоль банить. Да. Тебя сейчас будет консоль банить. Ага, удачи. Вот. Консоль банить. Ты чё, попил, что ли? Итак, консоль, смотри, консоль банит механик.
смысле? Консоль... Какого хуя? Консоль банит Миха... Чё ты сказал, какого... Я сказал, какого ера? Я слышал, да. Материшься ещё. Коннект... Чё, блин? Тебя забанили, да? Забанили? А ты чмо? Я? Да, ты... Я-то что чмо? Я... А зачем ты меня... Зачем меня вообще было банить? Алло, чувак! Без понятия, зачем тебе вообще было чё банить. Чё мне делать? У меня хата горит! Какая хата у тебя? Какой хата у тебя горит, дружище? У меня хата горит! Да, да, конечно. Честно? Да, я знаю. Я пожарным позвоню. Звони пожарным. А я пока тут над твоим домиком поработаю. Только попробуй, понял, трой. Ба-ба-хах. Вот. Чё твой... ты там делаешь, всё, а? Ты не попил, что ли? Региона, у тебя больше нету региона. А ты тут-то? Да тут-то я. Слушай, вот, звоню пожарным. Не, не слышу. Вот, слушай. Ты кому вот, звонишь? Вот, слышишь? Зачем? Я пожарным звоню, у меня зачем? Хата горит. Какая хата у тебя горит? У меня хата горит, замолчи. Алло. Здравствуйте. У меня горит хата. Можете, пожалуйста, адрес. Помочь? Адрес? Женя Левков. Потом Фрунзе 36. У меня горит соседняя комната. Соседняя комната горит. Я понял. Ожидайте. Стойте один момент, пожалуйста. Сколько тебе лет? Мне много лет. Я серьезно спрашиваю. Мне много нахер лет. Что, блин, кай? Ждите, вызывай. Стой. Слышь ты, чмо. Алло. Слышь ты, чмо. Сам ты чему? Сейчас... Рот закрыл, пасть свою закрыл, пасть закрыл. Сейчас закрою, сейчас на ряд приеду. Да. Окей, как вы меня вычислите? А может быть я фейковый адрес дал? Да, посмотришь. Давай, скажи, какой адрес. IP-адрес. Да, какой у меня IP-адрес? Только не говорите его вслух, чтоб никто не слышал. Сейчас милиция приедет. Да, давай, чмо такое, пока. Ты что сделал, придурок? Зачем ты звонил? Зачем ты? Зачем ты так спожарный? Что тебе пожарный сделал? Ты зачем? Я еще раз позвоню ему. Не надо ему звонить, все, не надо. Ты мне уже не нужен. Это я с больными вообще не хочу ничего делать. Почему? Все, ты зачем? Я не уважаю таких людей. Тебе человек ничего не сделал. Он работает на своем месте. Зачем ты это сделал? Да. Все. Три. Пока. Стой. Я звоню, стой. Да все, пока. Не, я не хочу с такими снимать, он сейчас будет звонить, это... Мне вот это не надо. Вот это издевательство над пожарными, они такие же люди, работники, я вообще не хочу этого. Что это такое? Человек звонит и издевается. Он работает, у него дома семья, дети, его тут чмырят, посылают, зачем? Нет, ребят, дорогие друзья, заходите на сервер, админка первым 150 человек, всем бесплатно! Всем бесплатно, он в скайпе пишет, этот парень. Всем админка бесплатно, только зайдите на сервер, только обязательно зайдите на сервер. И админку ждите. И будет админка бесплатно. IP в описании, всех ждем, все очень круто, всех ждем. Всем пока. Лайки ставьте.